находится перед воротами. Бросок. Там пытались добросить, и шайба. Наши хоккеисты поднимают клюш. Складами там. И шайба в ворота! Вторую шайбу в ворота Рязанского клуба. И шайба в ворота! Зона дает партнеру. Бросок по воротам. Шайба в воротах Черепанова. Ну. И вот выход Павла Копытина. Один на один. Бросок. Шайба в ворота. Павел Копытин. Бросок. Еще бросок, шайба в ворота! Крест сразу поставит Буран в положение обороняющихся, если бы удалось. И шайба в ворота, ход коронный прием. Копытин, как он отыграл штрафное время.